Продолжаем гулять, но уже не по нашему Петербургу, а по Стокгольму. Стокгольм. Вообще, Стокгольм мой любимый город. Я очень люблю. Вот я там нарушил такой памятник. Мы назвали его памятник убитому и живому зайцу. Вот видите, один заяц. Готов. А другой нормальненький, живой. Конечно, удивительные ребята, эти шведы. Но во всяком случае это интересно и красиво. Тут такие вот памятники в городе Стокгольме. Всем пока, всем привет.